Всем привет! Сегодня с мормышкой решил приехать на места детства. Снасти будут в описании. Так, приступим. Давно здесь не был. Лет 20, наверное. Если не больше. Все поменялось, конечно, за это время. Все заросло. Уже не так, как в детстве. Визуально воды больше стало. В детстве здесь ловили небольших карасиков. Очень успешно. Даже, помню, мы здесь руками ловили этих карасей, помимо удочки. Глубина здесь была небольшая, на середине озера. Ходишь, делаешь в муле ямки, мутишь воду. И карасик в эти ямки попадает. Ты их просто собираешь руками. Прошло 20 лет, а такое ощущение, как будто было вчера. Время летит незаметно. Красота, птички поют, тишина. По сравнению с тем водоемом, на котором я постоянно ловлю, у нас есть поклевка, вот такой вот полосатый. Радует. Значит, и развился окунь. Хотя раньше давным-давно его не наблюдалось здесь. Но если будет окунь клевать вместо карася, то я тоже не против. Днепр сейчас высокий, поэтому целенаправленно окуня ловить на Днепре. Сейчас не вижу смысла. Пусть немножко вода спадет. Туда можно идти. Есть еще один матросик. Сюда. Если бы знал, что я его все равно выпущу, не барахтался бы. Ну, клево. Хоть кто-то. Я думал, приеду.
И увижу болты. Но нет. Кто-то клюет. Клюет не так, чтоб активно, сильно. Но поклевки есть. Места красивые. Главное — тишина. И никто не задает глупых вопросов. Клюет или не клюет. Рыбаки, конечно, присутствуют здесь, не без этого, но... О, есть еще догрыз. Небольшой, конечно, но... И вот... Заел, пришлось... Экстрактором его достать. Или как это называется? Экстрактором этим. Точно не помню, пусть будет экстрактор. Пробую здесь. Держался, слопал чики. Но веселенький. Будет активно клевать, нормально. Была сейчас поклевка. Немножко поспешил. О, доел. Активная морда. О, ес. Ес. Душит. Но это тоже покрупнее. О. Там одного слышишь, здесь одного слышишь. Единичные полосатики. Но клюют. Подрастающее поколение. Вот так оно когда-то было. А уже, считай, вся жизнь прошла, ну, половина точно. Ностальгия. Есть? А нет. Зацеп. Сейчас попробую отстрелить. У меня уже поклевка, но здесь клеток много. О, да, ветка. Радулька.
Я ее просто на этой леске выдрал из глины. Вот такая леска. Японская. Так, возьму. Какой цвет взять? Ну, можно кислоту попробовать. Вода мутная. Будет лучше видно. Они без аттрактанта, просто силикошки. Такие. На некоторых есть блестки. А на кислоте вот на этой они отсутствуют. Ну, резина сверхмягкая. Даже лапки отваливаются сами. Только взял в руки. Ну, посмотрим. Поехали. Высота никак себя не проявляет. Сейчас попробую фиолет поставить с блестками. Хотя нет, фиолет не с блестками, а с блестками синенькая. Попробуем. Так, конечно, выглядит очень симпатично. И в воде она играет реалистично. Личинка стрекозы. Но что-то не заходит. Но еще рано делать вывод. Сейчас попробуем. Но напомню то, что аттрактант отсутствует. Возможно, как-то на поклевке играет огромную роль. Нет, есть. Вот, и без аттрактанта взял. Надо закрепить. И туда можно смело. Мне понравилось покупать. В районе вроде бы 18 рублей эта вся коробка стоила. Ну, это цена с учетом коробки. Я думаю, если одни приманки продавались в пакетике или в пакетиках, то было бы дешевле. Коробка большую цену набивает себе. Ну вот, кислота не работает, а натуральчик сработал. О, есть еще. Азартный. Ну, для окуня я его эти приманки покупал. Доел. Мелкий такой. Такой злой. Так, сменил место. Поставил чики. То там какой-то ветер дикий поднялся. Попробую здесь. Есть.
полосатый. Угу. От него не деться никуда. Ты. Думал, уже карасик прицепился. Но нет, окунь везде сущ. Тоже окр. Угу. Карась спать пошел. На окон жирует. Что-то пока затихло. Называется, видимо, покушал, наелся. А не есть. Есть. Наелся еще. Щелктильничает. Ну, размер. Стандарт. Пол ладошки. Один так вот попался. Чуть-чуть больше, чем пол ладошки. Все. Ну, все мелкие есть, там крупные должны быть. Но не факт, что он клюнет. Есть, вот тут крупнее уже. Прям душит. Угу. Да, вот тут крупнее. Второй как с пол ладошки. Пойду у ребят спрошу, что поймали. Привет. Чего, ловится? Да. Ловится карась? Да. Да? Тихонько. Можно глянуть? Только карась или окунище? Ну, карась. Ага. Было раз их 30 окуней штук. Все ясно. А ротана нету здесь? Не знаете? Ну, был раньше. Угу. Все ясно. Ну, редко, да, клюет? Да. Редко клюет. Не, сейчас вообще даже... За год даже не клевал. Еще в прошлом летом есть, не клевал. Ага. Угу. Все ясно. Вот, карасик поклевывает. На удочку, а на мормышку не хочет. Гаденыш. Ну, может, весь в траве стоит. Здесь, где я бросаю, его нет. Уже заскучал, выключил камеру. Это не клюнуло. Сейчас, ребята, попробую карасика поймать.
Да, была поклевка. Есть. Окунь. Не выдержал. Сейчас чувствую, жара пойдет. Такой. А нет, кто-то есть. Сейчас 5 окон. Ну да. 5 окон. Сожрал мою приманку такой. Для всего просто туча. А клюет окунь. Видимо, он здесь тусуется вместе с окуном. Но брать не хочет. Так, кто-то есть. Красота опять. Ну, побольше. Окунь перевелся, что он больше не хочет. Плевать. Ладно, ребят, на этом буду заканчивать свою рыбалку. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем пока.